Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка-крошка, Робби, Гусанёк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Приветики-омлетики. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас обзор крутых NPC. Погнали. Трюмен. Серега, а чё он такой чили-пиздрик маленький, а мы большие? Ну, они такие в игре есть, кстати говоря. А как-то можно с ним взаимодействовать? Что-то можно нажимать, не? А, ну взаимодействие не очень, на самом деле. Просто убить. Так, поехали. Elite Field Master. Ого, леща прописал. Вот это было сильно. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Залетайте в наш Discord. Ссылочка в описании. А вы его убили? Понял. Да. Я знал, что он сегодня неадекватный. Так, Elite Major. Вы же не убивайте сразу, давайте посмотрим хотя бы, как они атакуют. Он лечит его? Нет, он стреляет. А, мне показалось, что он его лечит, было бы круто. Вот смотри, сейчас он настреляет иглами в тебя, и ты взорвешься. Он уже попал. Во! Да, кстати, она потом бахнула. Ну не сильно, но вот, да, жизнь не тратит. Он гранату кидает. Блин, офигеть! Гусанёк, ты говоришь, что ты сальто не умеешь делать. Шикарно делаешь. О, я ему сбил щит. У него щит, да, был? Ай-яй-яй, сразу ликвидировал. Пацаны, я вам помогу. Это спасибо. Было слегка. Это обстоятельства уже. Так, поехали дальше. Элит минор. Это самый стандартный элит. Это, по сути, начинающий элит. Ну, неплохо там гасит, все равно. По хп. А вот леща прописал мне. Промахнулся. Слышь, он убил меня нормально так. Ну, гранату кинул. Сейчас Гусанёк взорвется. И сам он взорвал, сам себя взорвал. Так, теперь, Серега, я понял, почему ты что-то новичок был. Так, элит спецопс. Элит специальный отряд. О, этот уже помощнее, сразу попадает. Так, что он еще делает? Ближний бой есть? У него, видите, щит есть, когда мы его когда стреляем по нему. Нате, голова. А щит легко сбивать, Серега, или нет? Лучше плазменным оружием. Все, ему... Да, этот пулемет его обычный, гасит только так. Вроде мощные пацаны. Так, элит спецопс офицер. А они вроде невидимыми могут становиться, некоторые из них. А мы сейчас дальше дойдем, там вроде есть невидимые. А, ну это офицер, это, по сути, он управляет это отрядом из нескольких других элитов, поменьше званием. Серега, видите, как разбирается в этой игре, потому что он фанат. Было классно, если бы они в конце там взрывались или что-то такое. Так, поехали дальше, элит. Вот, видишь? Вот это уже мощный мужик. Не бей его. Не трогаю. И сейчас он невидимым, по идее, должен стать. А если его атаковать, может начать? У них это плазменный щит намного слабее. Элит Стелс Сворд. О, этот с мечом, этот ваншот нет сейчас. Его меч выдает, правда. Че он со мной бегает? Бегает за Максимом. Ты увязался за мной и все, ненормально что ли? Вы че его запинали просто лещами? Ну пацаны, это же элит. Ну так легко. Так, элит зелот. А это главнокомандующий флот. Че за мной агрится сразу? За Серегой мочи. Че, граната кинет? Прилепилась граната, Гусанёк, но не ко мне! Блин, прикольная граната, липучка. Хи-хи-хи, класс. Ай! Вот это он прописал такой звук прикольный. Наш пулемет новый. Я, пацаны, вам помог. Его надо угомонить. Начинается что-то интересное. Флут карьер. А, ну это подойдешь, он сейчас взорвется. Ого, я даже не успел отбежать. И еще куча чили-пиздриков повылетало. Что, смотри, они присосались к гусю. Гусек, сегодня на тебя все липнет. Ну, в смысле? Так, флут элит комбат.
Ну это или вот эти элиты, которые были, они зомбированы. Сейчас стойте, смотрите, вот он бежит за тобой, Дима. Ему, по идее, можно конечности отстрелить, если не ошибаюсь. Надо от пистолета именно стрелять. Мне кажется, алгоритм такого не сделают. Стойте, ну, да. А он сейчас не стрелять, он должен, по идее, встать. Он, по идее, может возродиться. Давай посмотрим. Может, так не сделали прям идеально все. Вот, вот. Серьезно, Серега, да. Ты че? Знаток хороший. Я не знал, что он возрождается. Нагила такая штуковина у него. Че, дальше мочим его? А, у него, да, видишь, не было рук, да? Ну я да. Я его конечности отстрелил, видишь? Лосяк, поехали дальше. Вот что, не встанет уже? Нет, уже не встанет. Я ему все конечности отстрелил. Руки и голову. Blood Human Combat. Ну, это зараженный человек. Ой, что с ним? Ой. Просто руку протянул и убил. Ну да, это что за читерство такое? Я ему руку отстрелил, все, он бить меня больше не может. Видишь? Просто не может бить. Все. А ты прям в руку стрельнул? Да, вот в большую руку. Уничтожаешь большую руку, все, он убить тебя не может. Хорошо, поехали дальше. Flood Infection 4. А он вызвал. Встал. Он с оружием, Дима! Уже оружие, поэтому мы этого челепиздрика убьем. Ого, жгет! С огнеметом. Откуда он взял огнемет? Ты с NPC оружие забрал? Он да, он отдал мне свой огнемет. Прикольно смотрится. Так, поехали дальше. Гост. А, это элит на призраке. Че, он просто будет летать и стрелять? Да. Мочите его. Пусонек, извини, жалко, обстоятельства. Жалко, Дима, что нельзя сесть в этот призрак. Грунт-майор. Было бы классно, да, если бы технику хрюки. Можно было садить. Это хряки, это хрюки. Он так бегает боком всегда? Да. Смотри, если в него один раз выстрелить, он испугаться будет. Нет? Стойте. А, блин, я случайно не выдержал. Посыпайся, ты обосрался. Смотри, а что так бегает прикольно? Они все так бегают, Дима. Они на самом деле очень милые. Грунт спецопс. Это грунт со специального отряда, видишь? Окраска, ну, типа специальный отряд. И что, просто бегает? Лобак. Так. О, Серега, смотри, хантер. Вот это уже что-то помощнее, ребята, пошло. Ого, он дебелый кабан. Ого. Дима, его можно с обычного пистолета убить. Да? Надо знать, куда стрелять? Жакет майор. Это шакал. Телепиздрик, шакал. Вообще легенький. Жакет минор. Но они простые, да, совсем? Ну да, это по сути пушечное мясо. Так, Марин. Ну это... космодесантник, десантник. Он будет нас мочить? Ну он на нашей стороне. А мы нет. Так, поехали дальше. Марин Армарет. Это бронированный. Видишь, на нем пластины металлические. О, я взял его оружие. Прикольно от третьего лица смотреть. Марин Ковенант. Так. Heavy Weapon пошел. Это с тяжелым оружием. Они гранатометы, огнеметы вот ходят. О, а это что за штука? Монитор. А, это искра. Искра, как ее называют? Что она делает? Это, кажется, обвинительная искра, короче, главный протагонист. ОДСТ. А это с Хейла 3 ОДСТ. Дополнение есть такие вот солдаты. За них играешь, короче говоря. Специальный отряд. Ну, а на нашей стороне. Ну, Максим, видишь, проверяет. Вроде бы на нашей стороне. Все, чат. Молодец, Максим. Легко. Пеликан. Это пеликан. Ого, что за пеликан?
А чё не летает? Средство. А, он просто как физический, ну такой, просто есть. Это так. Скорпион там. Скорпион, это чё за танкище такое у нас? Ну, смотри, я поставлю противника, например, вот Хантера. Давай. Вот сейчас, видишь? С одного выстрела. Вообще ни о чем. Да. О, это что? Сентинел. Ой, жгёт жопу. Это, по сути, защитные механизмы. Чё меня? Куча людей. Шаде турет. Прикольная пушка. Против... А можно садиться в ней, не? Ну-ка. А там челик не сидел? Да. Прикольно. Но она на меня почему-то сагренная сейчас. Она как-то странно работает. Хорошо, прикольно сделано. Пирит. Что? Ого! Классяк, даже противники сейчас будут у нас. Это битва, которая войдет в книжки, учебники. Навсегда. Это моя мазута. Подмога наша подъехала. Ого! Я нормально их расчекляю, пацаны. Смотри, корабль улетел. Он улетел, он высадил этих какашек. Да, я понял. Ой, по нашим гранату кинул случайно. Все, расчехлили всех. Это уже у нас битва начинается? Так, следующий у нас Warthog. А вот эта машина, ты я поставил, я понял. Это кабан называется. Итак, Warthog Rocket. Это с ракетницей. Прикольно. Так, и последний смотри, у нас... Смотрите, его снова высаживают. Офигеть, это так заскриптовано, что ли? Да. Их там нету уже. Или они на той стороне высаживаются? Пустая же корыта. А это... Ой, я вижу, как челик сел. О, это по сути плазменная катапульта, Дима, смотри. Видишь? Я вижу, нормально она гасит. Вон, так они воюют между собой. Серега, кто кого? Все, да, да. Он расчехлил сразу их? Да, это было мощно. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Пока.